24 марта считается международный день по туберкулезу, по профилактике туберкулеза. 120 лет назад была выведена палочка Коха, Робертом Кохом, и сейчас мы знаем, что именно этот возбудитель называют туберкулез. Но туберкулезом болели всегда, никто не знает с какого времени, то есть сколько себя помнит человечество, болели. Но раньше смертность была очень велика, и мы ее почти победили. Это примерно в 80-х годах. Но во всяком случае в нашей стране. Потому что все было очень строго. Была уголовная ответственность, если человек не лечился. Так же, как и венерические заболевания, и туберкулез. Это человека насильно приводила милиция. И хотел он там или не хотел, его лечили. И мы действительно почти победили ее. Но победить ее, конечно, невозможно, но она значительно уменьшилась. Но с 90-х годов пошел опять рост туберкулеза. И как выяснилось сейчас, вот я как зубной врач могу сказать по своей специальности, что когда я училась в 80-х годах, была профилактика заболеваний, она была на высоте. Обучали и детишек в школе. Этому было очень много приложено сил к этому. А сейчас я вот выявляю, что вы элементарных вещей порой не знаете, и просто правила чистки зубов я вас обучаю, да? И вы об этом не знаете. Так же, как и по туберкулезу. Очень многое зависит от вас. У каждого из вас есть семьи. И от того, как вы себя будете вести, и что вы будете знать, как вы это преподадите в своей семье, заведете какой образ жизни, это будет зависеть и отразиться на ваших детях в том числе. Туберкулез, он как был, так и остался. Но есть одно но. Уже 100 лет все человечество борется. И борется с этим заболеванием. Но продвигается все очень медленно. Ввиду того, что вот 10 лет назад, я точно знала, когда общалась с фтизиатрами, говорили, по-моему, 6 или 7 препаратов сегодня, которые лечат туберкулез. Выясняется очень много, это я тоже не просто голословно говорю, а когда разговаривала с фтизиатрами, что на обыкновенной флюорографии очередной выясняется, что у нее туберкулез, ставится на учет, начинает обследоваться, является еще плюс сопутствующее заболевание ВИЧ-инфекция. Лечить таких тяжелее. Еще почему? Потому что сейчас очень много идет. Чем раньше выявляет вашу инфекцию, тем лучше поддается на лечение. Да? И короче срок, самый короткий курс лечения – это 3 месяца. Это минимум. То есть где вот даже самый-самый начальный очаги расписано лечение на 3 месяца. Более запущенное люди годами лечатся. Два раза в год обязательно флюорография. И все, кто контактирует с вами и работает с вами, то есть и мы, обслуживающий персонал, тоже проходим флюорографию два раза в год.